Дорогие друзья, всем привет! Всем отличного дня! Замечательное настроение, прекрасное самочувствие. Сегодня 16 декабря 2023 год. Хочу вам рассказать, что... В общем, наконец-то я на машине поменял масло. Купил новый держатель для телефона. Еду сейчас договариваться насчет радиатора, чтобы... Радиатор тоже сегодня поменять, так как протекает он у меня уже, как бы поднадоела эта вся ситуация, надо радиатор поменять. Держатель новый для телефона купил, держит телефон намного лучше, качество видео будет, я уверен, намного чище, четче, поэтому такие вот пироги. Сейчас едем по улице Максима Горького. Сейчас вон товарищ с Индии пошел в своей этой индийской шапке. Ну как они называются? Намотанная такая. Но он сейчас не пошел. Неожиданно. Неожиданное применение для нашего климата. Хотя, почему неожиданно? Чтобы этот не замерзла голова. Надо. Береги здоровье с молоду. Ему еще в Индию ехать надо. С правой полосы поворачивать налево. Хорошее дело. Хорошее дело. Товарищи из ГИБДД смотрят, я не знаю. Тут, говорит, как-то стояли они, и все, кто поворачивает вот так вот, штрафовали. Ну, потому что так нельзя поворачивать. Сейчас едем. Вот, смотрите, недострой какой в центре. Здесь мы по этому маршруту еще не ездили. Смотрите, какой недострой. Я видел, как-то там подбивались его достраивать, искали инвесторов туда-сюда. Ну вот видите, не получилось, не фартануло. Офигеть, в центре города. Вы же тут представляете, сколько здесь земля вот эта стоит под этим недостроем? Триллиарды! Такую сумму даже еще не придумали, куда ее написать. Хотя можно подумать, что такое Оренбург? Это... В соседней машине мужик едет в маске. Мужик едет в маске. Этот новый гон, видать, пошел. Ну, что? Сейчас этот. Мужик и какая-то женщина сидит в маске. Здесь вообще первый раз едем, поэтому этот маршрут особенно интересен, потому что ёпрсты, вот это здание справа, вот у вас часть красного торчит этого, блин, оно такое, ну, красиво построено, эти всякие вот моменты, фишки, плюшки, но все разваливается уже. Кашель замучил уже. Хотел трансляцию запустить. Трансляцию опять нереально запустить в связи с тем, что какие-то сбои. А в ответе от YouTube, в общем, какие-то сбои. Кушать охота еще. Целый день сегодня двигаюсь. Еще немного дел сделал. Посмотрите, во-первых. Что, отвез жену Данковцеву. Это раз.
Потом приехал домой, пропылесосил, машину съездил. Это два. А, смазал двери. Это три. Поменял масло и помыл машину. Это четыре. Пять. Потом приехал домой, поменял воздушный фильтр. Это шесть. Переоделся. И сейчас еду делать еще два дела сразу. То есть с инструментом порешать. И это семь. И поменять фильтр. Это восемь. Ой, фильтр этот, радиатор 8, потом ехать за женой это 9, а еще надо по пути заехать в север, это 10. Такие у меня сегодня дела, и я дела эти все успею сделать, потому что такой молодец, сам себя похвалил, сам себе лайк поставил. Так, 19 минут. 19 минут у меня еще есть. Не знаю, мы успеем доехать за эти 19 минут. Желательно бы успеть. Потом суп с котом. Стабилизация вот сейчас с этим новым держателем, я прям вижу, на том держателе телефон как этот болтыхался, а здесь вот видите, вообще четко все пишет, я прям уверен, будет видео в хорошем качестве.
Давайте, пожалуйста, братушки, разгазуемся, а то я же не успеваю, сами понимаете. Сзади вот кто-то бибикает, он прям вот далеко сзади так бибикает. Неспокойный, что ли? Города тоже. Пятнашка поехала, не походу двигатель от Минска стоит. Слышишь, как гудит? Перекресток Орская и Терешковой. Так вот и живем.
дистанция. Несоблюдение дистанции, в общем. В белую влупился на красный какой-то чувак, все. Встали. А еще там навтыкались они. Да, а в соседней полосе еще навтыкались. В общем, сейчас все Терешков встанет. Еще одно видео, еще одна прогулка в другом направлении.